Всем огромный привет! Разобрали мы почти до конца всю мою косметику, вернее тени. В первых двух частях я показала то, что было вот в этом контейнере. В третьей части мы посмотрели вот этот контейнер. И у нас осталось все, что у меня есть от Mary Kay и от Avon. Я думаю, мы справимся быстро, потому что у меня тут уже немного осталось. У Mary Kay просто замечательные тени, вот такое трио. Я не буду поворачивать назад, я хочу показать их просто в каталоге от Mary Kay. Вот оно. Сама страничка смотрится так. Хочу показать оттенки, какие есть. И у меня есть, наверху видите, итальянское ассорти, тропические джунгли и посмотрим вечерний горизонт. Давайте по очереди. Вот так выглядит итальянское ассорти. Нет, вечерний горизонт. Это вечерний горизонт. Сиреневые цвета. Это запеченные тени. Вот так, очень насыщенные цвета. Прекрасная цветоотдача. Они совершенно не пылят. Прекрасно наносятся. И, видите, еще и остаются. То есть, очень красивые тени. Я их очень-очень люблю. Сделаны они в Канаде. Следующая палетка, как я сказала, тропические джунгли. Давайте посмотрим их. Тоже люблю. Видно, да, что люблю. Хорошо я их так пособирала тут. Луночку сделала. Такие насыщенные тоже цвета. Вот такие. Ну, уже вы по всем трем частям предыдущим поняли, что зеленые и коричневые тени у меня на первом месте. Люблю также сиреневые и разные оттенки персикового, но которые уходят в рыжий, мне не идут. Так, и последнее. Вот это как раз и есть итальянское ассорти. Да. Я была один год всего в Mary Kay консультантом. И вот за этот год кое-что себе приобрела. Это уже совсем спокойный. Можно сделать макияж, но очень красивый. Очень люблю вот этот вот розовый цвет. Он такой какой-то розово-золотой. Вот они все три палетки. Все палетки красивые. Пользуюсь регулярно, очень нравится. Ну и вот этот сатиновый блеск для меня самое-самое привлекательное. Дальше. Относительно недавно ко мне приехала вот такая палетка. Это рефил в таком как бы контейнере у Mary Kay. Они приходят в пластиковых контейнерах, но у них есть разного размера вот такие футляры, от маленького такого до большого, куда можно эти рефилы самой уже потом помещать. Но можно хранить и вот в таком. То есть они тут, вот видите, плотненько стоят. На рефиле написано название. Очень удобно. Ну, я храню так. Присылала мне этот рефильчик, эти тени, Оксаночка Алексанова, за что огромное-огромное, Оксан, тебе спасибо, потому что я их очень-очень люблю. Вот такие вот красивые. Дома я не одна, к сожалению, поэтому прошу прощения за звуки. Вот, очень насыщенная палетка, очень красивая. Вот этот оттенок очень мне нравится, вот этот. Ну и сиреневый. Тоже можно заметить, что сиреневые у меня цвета регулярно попадаются. Дальше покажу от Mary Kay еще вот такую палетку, которую я собирала сама. Это уже так,
минеральные тени. Сейчас я вам тоже покажу их в каталоге. Выбор у них достаточно большой. Каждый рефил, видите, 350 рублей, если делать заказ. Ну, понятно, консультанту идет еще и скидка. Я была консультантом, и в то время, когда я их брала, цены были еще чуть-чуть пониже. Но все равно были достаточно дорогие. Вот этот зеленый, он такой хамелеонистый. Я не буду сейчас рефилы вынимать и вспоминать, какие выбирала я цвета, потому что каждый себе может выбрать. Если вы с Мэри Кей столкнетесь где-нибудь с консультантами, они обязательно дают все пробовать, можете тестировать на себе, поэтому просто так не купите. Надо обязательно искать консультанта, а они проводят всегда мастер-классы. И уже вам все покажут. Даже на вас накрасят. Вот такая вот палетка. Хорошие вот эти минеральные тени, они мне очень нравятся. Так, ладно, давайте стираем руку. Давайте последний раз я вам покажу Мэри Кей. А нет, опять не стираю. Подождите, вот еще у меня от Мэри Кей три карандаша. Карандаши тоже тут есть. Сейчас я вам покажу. Заодно, может, кто-то цены интересуется. Вот такие тени-карандаш для век. У них есть и помады-карандаши. Это тени-карандаши. В них 2,5 грамма. У меня есть золотая долина. Сейчас покажу. Бирюзовое утро. И третий карандаш. Здесь уже его нету в каталоге. Так, вот это золотая долина. Это тоже подарок. Ко мне приехал из Тюмени от Танюшки. Вот такой красивый, очень красивый, рисую регулярно на себе. Второй карандаш такой голубой, красивый. Вот такой нежный. У меня три карандаша. Два присылала вот Танюшка из Тюмени и Оксаночка Александрова один. Оксана вот голубой и вот этот вот серо-синий. Это тоже от Танюшки. Замечательные тени. Они никуда не скатываются. Я их и на все веко могла наносить. Вообще беспроблемные. Вот, все. Вся рука посвящена Мэри Кей. Ну и последнее, что у нас осталось. Теперь уже точно я тут стираю все с руки. Покажу вам от Avon, что у меня есть. От Avon то, что сейчас есть в каталоге, наверное, только вот эта вот палетка. Так, наверное, называется она вот это вот колор, да, какой-то. И вот такие вот цвета. Она спокойная, спокойная. На каждый день. Я ее покупала сама. Мне ее Ольчик-Лёльчик советовала. Забыла только, как она называется. Это вообще вот такой спокойный дневной макияж. Или как я вот до этого говорила, если вы хотите макияж без макияжа, чтобы просто так, знаете, какую-то томность глазам придать, а ощущение, что вы не накрашены, то это вот эта палетка. Она мне нравится. Я ее в косметичке месяца почти не кладу, но когда мне нужно сделать макияж именно, ну, в таких цветах, я просто ее достаю и пользуюсь. Покажу вот эту палетку. Вот эта палетка для меня особенная. У нее уже никакого срока годности нет, она уже давно просрочена, я ей не пользуюсь. Эта палетка тоже от Avon. Она мне дорога тем, что она приехала ко мне, наверное, лет 7 назад от виртуальной подружки из Нижневартовска. Если, Светланка, меня смотришь, привет тебе, видишь, я сберегла твой подарок, который ты мне дарила так давно. В посылке мы в свое время менялись со Светой, у нас детки-ровесницы, только у нее дочка, а у меня сын. И у нас такая была дружба, пока мы растили деток.
Вот такая палетка. Если честно, когда я пришла в Avon, я уже ее не застала. Какое-то время я ей пользовалась, но потом просто оставила для памяти. Вот такой вот оттенок. Тоже макияж без макияжа, только в спокойных голубых тонах. Вот эта палетка очень хорошо, если у вас голубые глазки, она бы оттеняла. Вот так вот. Есть у меня от Color Trend вот такие тени. Давайте вам так поближе покажу. Название. Нашли, да? Очень хотела я такие зеленые. Взяла их. Надо кистью, конечно. Цвета достаточно красивые. Один бледненький, другой... Они похожи между собой. Только один чуть-чуть побледнее, второй чуть-чуть поярче. Но оба такие светлые и дают сияние глазам. У меня глаза, как я говорила, больше коричневые, но коричневые с зеленым. И вот это вот свечение, оно подчеркивает зелень в глазах. Поэтому я люблю эту палетку. Давайте сразу покажу вот этот карандаш. Этот продается в Avon. Наверное, видно название. Здесь я его нарисую. Тоже вообще беспроблемный карандаш. Можно и на все, ну не на все веко, а заполнять подвижное веко. Можно стрелки рисовать. Точится он хорошо, я его уже точила. Прям хороший. У меня не жирные веки, никуда не скатывается. Все хорошо, прямо очень хорошо. И последние две палетки, вот такие вот двушки. Их, наверное, уже нет в каталоге. В распродажах они мелькали, поэтому я вам просто покажу оттенки, то есть эйвоновский вариант двушек. Они такие достаточно, знаете, и полуматовые, и есть небольшое сияние. Тут нет такого сатина ярко выраженного. Давайте поближе вот так покажу. Но в то же время небольшое такое благородное свечение у них есть. И сильно ярко тоже можно окрасить, и сильно ярко, и светленько. Так, вот так. Можно в грязь тоже, как вариант, нанести. И последняя палетка, тоже я на ней не буду останавливаться. Мелькала одно время уже в распродажах, но и там последнее время я не вижу. Тут уже прямо блесточки, особенно в этом зеленом, темно-зеленый цвет. Так, давайте я так. И вот так. Достаточно сочный, насыщенный такой. Блестки хорошо видно. Не раз делала макияж, мне нравится. Ну вот как видно, что у Avon сильно яркого нет. Ну это из того, что у меня есть. У меня не так уж и много, конечно. Возможно, у них есть и поярче, но то, что вот, например, Faberlic, видите, у меня Faberlic много, а Avon'а мало, мне нравится больше вот, чтобы поярче, чтобы сияло, сверкало. Вот. А Avon немножко для меня как-то слабоват. Но, тем не менее, все равно есть кое-что. И я вам с удовольствием показала. Все, вот это все мои тени. Многие спрашивают, и как ты всеми пользуешься? Ну, конечно, не одновременно. Но пользуюсь, люблю я это дело. Поэтому с удовольствием каждый месяц беру разные оттенки и пользуюсь. Спасибо всем за внимание. Наконец-то я выполнила запрос. Теперь спокойно сделаю, соберу косметичку месяца и начну ей пользоваться. Уже многое пока показывала вам и в помадах, и в тенях присмотрела. Кое-что есть то, от чего я избавлюсь. Как я сказала в прошлой части, даю вторую жизнь вот этим вот теням от Oriflame. Что-то я сегодня нанесла и весь день проходила, и мне очень понравилось, как они себя вели, не подвели, поэтому пока рано, поругала я их, бледные действительно, но рано ругать, поношу
пока поношу, возможно, их оставлю и себе. Спасибо всем за внимание, спасибо всем, кто был со мной, надеюсь, со мной было интересно. Всем пока, до новых встреч!